Взрыв на шахте в Польше. Число жертв возросло. Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте Софиевка в Ястшим-Бездрой, увеличилось до 2. Спасательная операция продолжается. Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до 2, передает РИА Новости. Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть, сообщил директор Ястимжской угольной компании Даниэль Озон. Ранее спасателям удалось обнаружить 3 горняков. 2 из них были живы, 1 погиб. Помним, утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшим-Бездрой произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В Пакистане в результате обрушения 2 шахт погибли 18 человек. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли 7 горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.